Всем привет, и у нас очередная распаковка. Только что пришел курьер, принес прямо домой. Давайте посмотрим, что у нас в этой коробочке. Опа! А у нас тут пистолет с патронами. Крутяк! Все, теперь мы вооружены и очень опасны. Теперь мы вооружены и очень опасны. Так. Стреляет, наверное. Так, ну, судя по всему, это у нас просто магазин для запасных. Давайте посмотрим. Так, патроны у нас двух видов. Как говорит Ванюшка, это бронебойные, ну, типа на слона. А вот это вот с присосками. Так, давайте. Оба. Зарядим, наверное, парочку бронебойных. Сюда мы вставим на присосочках. Ну и стрелять, по идее, он будет только одним отсюда. То есть, когда закончились, отсюда вытащил, тут вставил. Ну, очень удобно, я вам скажу. Оба. Так. Ну что? Бандит попался. Давайте попробуем. Класс. Вам не видно? Но она присосалась прямо в компьютер. Так. Вот так это выглядит. Стреляет так неплохо. Ванюша! Сейчас мы ему покажем. Он давно просил такой брутальный пистолет. У него есть много, включая маузер. Смотри, какой пистолет тебе пришел. Ого! Нравится? Да, почти как из рекламы. Из какой? Ну, там, где... Где вот здесь пыли и здесь. Ну да. Класс. Смотри. Вот так вот. Пистолет прям как из рекламы. Тут смотри, есть бронебойные, да, как ты их называешь? И на присосках. Да. Здорово? Да. Здорово. В холодильник, во. Получается. Все. Меня обезоружили. Отобрали у меня пистолетик, мне теперь играться не во что. Ну ладно, игрушка замечательная, мне самому очень понравилась. Ссылка на нее будет в описании под видео. Выходите, смотрите, если у вас есть маленькие детишки. По-моему, неважно какого пола. У меня Анютка тоже с удовольствием играет в подобный пистолет. У нее, правда, побольше такой автоматик. Это вот Анюткин пистолет такой. Чисто девочковый, заряжается вот отсюда. Чпок. И можно стрелять. Вот и Анютка пришла. Привет. Привет. Тюф, я в нее попал. Так, ну, в принципе, все. Так что девочкам тоже можно покупать. Девочки тоже очень довольны. Так, у нас их теперь целый арсенал. Можно идти охотиться на слонов. Или грабить банк. Это по настроению. В общем, всем пока. До новых встреч. Увидимся. Ссылочки в описании. Пойду поохочусь.